Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Супер Отпуск на даче. Мы продолжаем доделки, переделки в нашей новой части сада. И я поздно вышла. Мужчины мои, друзья, практически засыпали весь сухой ручей. Но кое-что еще осталось. И так как в телеграм-канале Паша очень много вопросов, как мы делали заливку, какая подушка, нужна подушка. Есть люди, которые вообще ничего в этом не понимают и очень просили рассказать поподробнее. И сейчас, друзья, немножко поподробнее расскажем, как замостили, да, как залили бетоном. Потому что, ну, помнишь, мы же говорили еще в тот момент, когда планировали, еще точного решения не было, не приняли, что будем делать, либо сухую смесь заливать, либо все-таки полностью бетонировать. Вот давай об этом, обо всем расскажем поподробнее, люди просят. Ну и, собственно говоря, насколько я помню, Паш, давай, как я буду по памяти, а ты дальше уже скажешь, правильно я помню или нет. Изначально была выкопана траншея, ну, наверное, сантиметров в 20, правильно? Нет, поглубже. Поглубже. Сколько? Ну, на штык лопаты. На штык лопаты. Примерно 30 лет. Ну, где-то. Может быть, 30, да. Паша говорит 30. А дальше, после этого, да, вот, соответственно, мы поставили вот такие ограждения. Они металлические, друзья, из нержавеющей стали. Очень многие спрашивают, где такие можно заказать. Вы знаете, друзья, все легко и просто. На любом заводе, который производит окна. Это материал для отливов. Из этого материала гнут отливы. Можно просто прийти на любой завод и попросить согнуть по вашим чертежам. Ну, соответственно, вам рассчитают стоимость и согнут. А на нашу площадь здесь, а мы заказали, ну, мы заказали чуть больше, чем нам было надо. Насколько я помню, Паша, это было 72 метра, да, погонных? Да, но у нас перед этим были несколько погонных. А, несколько, нет, а 72 это мы заказывали, Паш, без них, мы считали. Ну, без них. Без них. В общем, 72 метра нам стоило 7000 рублей. Вот, ну, цены везде разные, друзья, поэтому узнавайте, да. Может быть, для кого-то это покажется дорого, для кого-то недорого. Ну, вот лично, как по нам, да, как по мне, по крайней мере, я считаю, что это идеальный материал, который, во-первых, прослужит, ну, долгое количество времени, да, не сгниет, ничего с ним не случится, это не ржавейка, он крепкий, будет удобно косить, он не поломается, не расслоится, ничего плохого с ним не случится. Кстати, вы знаете, откуда мы такую идею взяли? На самом деле, приезжали в город, в соседний, осмотреть собаку. Нам позвонили, сказали, что там есть собака, похожая на буяна. И мы с Пашей там обошли большую территорию, какие-то дома, забрели в парк. И вот в парке, в городском, увидели такие ограждения. Да, Паш, помнишь? И даже обалдели, о, как это здорово, даже в парках такое используют. И, кстати говоря, мне кто-то из подписчиков в телеграм-канале высылал, Паша, фотографию, что не только в наших парках, а и где-то за границей, в Европе, из какого-то парка, вот точно такие же ограждения. Поэтому, друзья, мы решили сделать так же, пока нам все нравится. Ну и дальше уже пошла заливка. Вернее, не заливка, а подушка из песка. Сколько, Паш, сантиметров? 5-6 сантиметров подушка из песка, и дальше уже просто залили цементом. Можно было, конечно, использовать, возможно, и сухую смесь, но мы решили залить. А, кстати говоря, в этой части, да, может быть, кто-то заметил, что мы поставили мост, мы залили под мост, вернее, да, вот эту часть, для того, чтобы также не росла трава. На самом деле мы делали также и в цветниках в другой части сада, но там мы не заливали, а просто застилали каким-то большим слоем какого-то материала там. Паша давал то ли толь, что ли, что такое старое оставалось в несколько слоев, ну и потом уже ставили мост. Вот. А сейчас решили просто залить, чтобы так было проще. Ну и, собственно, подвозим щебень. Да, вот сейчас уже новая телега к нам подходит. Вот, так что, друзья мои, я надеюсь, что в этом видео мы не только покажем вам, что у нас получилось в плане вот этой засыпки, но также я, Паш, надеюсь, что все-таки мы уже повесим шторы, которые у нас куплены. Кстати говоря, Паша уже подключил водопровод. И, если честно, друзья, мы, конечно, уже на этой терраске и пьем чай, и в полуденный зной иногда можем прикимарить. We'll be right back.
Ну что ж, друзья, беседка беседкой, а наведение чистоты и порядка на участке еще никто не отменял. И на самом деле мы немножко подзапустили свой участок вот с этой беседкой, и вы можете посмотреть, какой у нас красивый мавританский газон. Не могу сказать по-другому. Кстати говоря, кто-то такой газон даже любит. У нас, друзья, газон из микроклевера, и в прошлом году по нему было очень подробное отдельное видео, в котором я рассказывала обо всех плюсах и минусах газона из микроклевера. Если вам интересен такой малоуходный газон, а этот газон малоуходный, то вы можете посмотреть это видео. Ссылку я, конечно же, вам оставлю в первом закрепленном комментарии к этому видео. Но, друзья, меня такой газон не устраивает, я такой газон не люблю. И хоть многие из вас меня пытаются убедить в том, что вот такой мавританский газон – это очень красиво, необычно, и по-естественному все-таки мне он не нравится, потому что на его фоне теряются все мои клумбы, все мои красивые цветы. Друзья, это все-таки газон для малоуходного сада, и поэтому сегодня мы его будем нещадно косить. И поможет нам в этом сегодня, друзья, новая техника Makita, которую мы с Пашей приобрели по случаю. Это вот такая газонокосилка. Я, кстати, друзья, безумно рада этому приобретению, поскольку вся эта техника наконец-таки аккумуляторная. Все вы знаете, друзья, как я любила электрические косилки, за то, что они легкие, за то, что они не громоздкие. И вот для меня, как для женщины, гораздо проще всегда было пользоваться именно электрической косилкой, нежели бензиновой. Бензиновая косилка, друзья, всегда тяжелее. Но электрический провод – это, конечно, тоже неудобно. И в этом году, наконец-то, у нас такое классное приобретение, как аккумуляторная газонокосилка фирмы Makita. Друзья мои, сейчас будем раскрывать, пробовать в работе. Мы уже зарядили аккумуляторы. Также, друзья, для наведения чистоты и красоты на нашем участке, наконец-таки, мы обзавелись еще и вот такой пилой. Пилой для того, чтобы подстригать кустарники, живые изгороди, туи. Я очень давно о ней мечтала, друзья, очень давно. И я в прошлом году вот именно так сильно обстригла, можно сказать, обкорнала свою живую изгородь, только потому, что у меня не было специального инструмента. И стричь каждый раз вот какой-то небольшой такой машинкой для подстрижки, либо ножницами, было очень и очень тяжело. Но вот если бы у меня в прошлом году была такая классная вещь, то, наверное, я справилась бы с этой работой гораздо проще и быстрее. Паш, ну мне кажется, это агрегат для тебя уж точно. Хотя ты знаешь, он совершенно не тяжелый. В общем, друзья, начинаем испытывать всю технику в работе. Сейчас подробно о ней расскажем. Какие характеристики, что режет, что стрижет. И, конечно же, попробуем, попользуемся. И, надеюсь, останемся довольны. Распаковываем. Так, ну что, друзья, начинаем распаковку. На самом деле, Паша заблаговременно еще вчера зарядил от этой газонокосилки два аккумулятора. Здесь в комплекте идут два аккумулятора и вот такая зарядная станция, которая у вас подключается к сети, заряжаются аккумуляторы, которые, кстати говоря, вы можете использовать вот эти аккумуляторы не только на газонокосилке, но в том числе и вот на нашем другом агрегате. Но об этом я вам сейчас расскажу поподробнее. Вот давайте сначала раскроем газонокосилку, мне прям не терпится. Паш, ну я, наверное, здесь, конечно, не обойдусь без твоей помощи. Я только пока скажу, что заявленная ширина кошения здесь 38 сантиметров или 380 миллиметров. И травосборник на целых 40 литров. Причем травосборник должен сигнализировать вас о том, что он заполнен. В общем, давай все это проверим. Доставай, Паш. Так, друзья, точную модель газонокосилки я вам сейчас напишу на экране, если вдруг вы захотите купить такую же. Паш, что здесь? Ты знаешь, мне тяжело еще разобраться в так. этом. Я знаю, что это. Нет, не знаю. Пока не знаю. Так, пока достаем. Все достаем и все собираем. Да. А потом будем разбираться. Совершенно верно. Друзья, инструкции по эксплуатации. Здесь же, кстати, у нас, я видела, гарантийный талон. И, друзья, здесь, посмотрите, даже есть сертификат соответствия. В общем, все серьезно. Ну, Makita очень хорошая техника. Я надеюсь, она нас не подведет в сегодняшней уборке с нашим мавританским газоном. Так, Паша уже, друзья, закрутил ручки, но он хочет нам показать, что у этой косилки выдвигаются ручки. Они становятся длиннее, да, насколько я поняла?
ну, можно сказать, по-человечески рост, да, если человек выше, как раз-таки они выдвигаются. Сейчас посмотрим. Так, Паш, это я, насколько понимаю, по длине это выдвину. Да. Ты знаешь, что мне, в принципе, неплохо. Удобно. Да, тут все зависит от того, наверное, может быть, как вам удобно, как вы привыкли. Ну, хорошо, давай мы все-таки сделаем, как ты рекомендуешь, чуть-чуть задвинем, все-таки рост у меня невысокий, а дальше будет видно. В любом случае, ручку всегда можно выдвинуть и сделать ее немного подлиннее. И вот у нас положение, рычажок такой. Это уже для скоса травы. А, выше, ниже, да? Ниже, да. Ага. Ну-ка покажи, как это действует. Ух ты! Как здорово! Ничего себе! Вы видите, насколько она Обалдеть! Паша, а здесь смотри, здесь как раз уровень написано 20, видно, миллиметров оставляет. 30, 40, 50, да, 60. Да, да. В общем, вот они. 7,5 сантиметров. Обалдеть! Слушай, максимум. Так классно. Можем оставить. Ну, то есть, кому-то нравится, например, газон повыше, да. И кому-то мне очень-очень низко покошенный, можем поставить на самый минимум. Да, вот да, ну здорово. Сейчас все попробуем. Осталось только вставить аккумуляторы. Ну, аккумуляторы-то у нас заряжены. Давай. Все понятно. Здесь все у нас схема нарисована. Если полная зарядка, только зеленый сигнал горит. Угу. Все. Ну да, мы их просто уже заблаговременно, конечно же, друзья, да. Зарядили, чтобы сегодня хорошо убраться в саду. Но на самом деле в этой зарядке нет абсолютно ничего сложного. Она подключается к сети, и в том случае, если аккумулятор полностью заряжен, то горит зеленый свет. Если аккумулятор не заряжен, горит красный. Так, вставляются легко. Я смогу, да? Для женщины ничего сложного вот нет. Кнопочка здесь у аккумулятора имеется. Кверху ее поднимаешь, и она вытаскивается. Вот. Ага, вот она кнопочка. Да. Угу, отлично. Поднять ее. В общем, я точно, видимо, справлюсь. Да. Очень элементарно. Так, в комплект входит еще ключ для того, чтобы подтянуть, да, вот этот нож, если да. Это необходимо. Ну, вроде все затянуто нормально. Угу. Ну что ж, газонокосилка практически в сборе, но перед тем, как мы начнем косить, друзья, я хочу отдельно еще остановиться вот на этих замечательных аккумуляторах, которые подходят абсолютно ко всей линейке техники Makita LXT. И техники, и инструментов, друзья, более 380 единиц, представляете? То есть вы можете использовать один и тот же аккумулятор, вставив его в газонокосилку, в пилу. Мне кажется, все не перечислить. Да, друзья, всю технику не перечислить, которая относится вот к этой линейке LXT, посмотрите. Смотрите, какое количество, еще раз, более 380 единиц, на которые подходят одни и те же аккумуляторы. То есть каждый раз, покупая, да, какую-то технику или инструмент из этой линейки LXT, вам не надо будет дополнительно покупать аккумуляторы и зарядное устройство. Вы купите их всего лишь один раз какой-то одной техники или одной единицы инструмента. И дальше будете использовать просто везде. Вот мы сейчас покосим газон, а потом, я надеюсь, еще и что-нибудь опилим. Так, ну что, Паш? Останется только закрыть наши аккумуляторы, они надежно защищены от грязи и от травы, и начать покос. Паш, знаешь, что я хочу сказать? Что это самая классная косилка, которой я когда-либо пользовалась. А я пользовалась, друзья, двумя видами косилок, двумя фирмами, очень известными. А, ну, кто смотрит наш канал давно, те знают. Вот, но такой классной косилки у меня еще не было. Кстати говоря, я хочу сказать, что мы, как обычно с тобой, знаешь, используем самый такой сложный режим, потому что косить на самом низком режиме всегда сложнее. Чуть-чуть неровные поверхности, еще что-то, да? Это вот, друзья, самый сложный режим мы вам показываем. Еще, Паш, мне знаешь, что нравится?
Легкая, я не ожидала, я думала, она будет тяжелее. Все-таки у нее ширина скоса все-таки 38 сантиметров, по сравнению с моей предыдущей, там было 32, а чем больше ширина скоса, тем всегда, друзья, тяжелее косилка, я уже это знаю как никто, но эта косилка достаточно легкая. И, кстати, если хотя бы на сантиметр, например, увеличить высоту скоса, то, конечно, ей будет пользоваться еще легче. Я сейчас, друзья, кошу, должна вам сказать еще раз, на самом сложном режиме, потому что низкий режим всегда самый сложный. Паш, я супер довольна. Еще я теперь даже не могу представить, что мне не надо смотреть, с какой стороны у меня провод и как в него перекидывать, как это было в случае вот с электрической косилкой. Ну и сам покос, ну ты знаешь, он просто идеальный. Вот, друзья, я вам говорю уже как человек, который давно косит, давно имеет сад, просто идеальный. Ну, слушай, шикарная фирма Makita, что сказать. Косим дальше. Я вошла в азарт. Ну что ж, друзья, не прошло и 10 минут, как я покосила вот эту свою поляну. Она одна из самых больших на нашем участке. Покосила ее довольно легко. Косилка идет как по маслу, кстати говоря, очень юркая в углах. Я хорошо покосила все углы, вот, потому что я думала, ну мало ли, может быть, что-то в углах будет неудобно. Нет, очень удобно, очень легкая. И такая вот у нее такой плавный ход. И, друзья, мы сейчас вынем один аккумулятор и пойдем испытывать дальше нашу пилу. Будем опиливать, ну, наверное, большую тую. Мы как раз недавно обрезали, вот сейчас ее еще дальше будем приводить в порядок. Что ж, вынимаем аккумулятор. Кстати, Паш, сколько израсходовалось на зарядке? Можно здесь посмотреть? Конечно. Нажимаем вот эту кнопочку. Ага. И видим. Всего лишь, видишь? Из четырех палочек, да, только одна уже не горит. Только одна не горит. На самом деле я покосила уже треть участка, друзья. Вот этот лужок, он достаточно большой, и это где-то треть всего нашего участка. То есть можно прийти к выводу, что вот этой зарядки, да, полных заряженных двух батарей, мне будет вполне хватать на покос всего нашего большого участка. Ну, или как, может быть, для кого-то это небольшой, друзья, 15 соток. Так, здесь необходим всего один аккумулятор. Снимаем вот такой чехол. И, друзья, перед вами вот такой интересный, я надеюсь, тоже такой же классный, как и косилка, аккумуляторный штанговый кусторез из линейки инструментов LXT. Точную марку я оставлю вам сейчас на экране. Так, он телескопический, он выдвигается. Слушай, тут достанешь до макушки, мне кажется, нашей самой большой березы и вот той сосны. Ничего себе кусторез. Ну, слушай, Паша, каких здесь ты говорил еще 10 положений ты в инструкции читал? Я не читал, я уже попробовал. Покажи. Вот он. Она. Так. Вот. А, угол наклона меняется. Да. 10 раз вот так, да, вот, как вам надо. То есть, в принципе, очень удобно обстригать. Кстати, друзья, да, я брала такой именно для живых изгородей. Угу, во всех положениях. Да, очень удобно, очень. Ручку делаем под себя. Фиксируется ручка. Фиксируем. Вот. Мне вот так удобно. Ага, вот именно на твой захват, да, рук, на ширину рук. Затягиваем, угу, чтобы она не ездила. Угу. Все. И поехали.
Так, слушайте, ну Паш поупражнялся, теперь все-таки попробую я, так как 80% на нашем канале именно женщин, и наверняка они хотят знать, удерживают ли они вообще такой аппарат в руках. Ну, друзья, как видите, я держу, и сейчас я тоже попробую им поработать. Здесь две кнопочки, нажимаем одновременно на обе. И работаем. Так, ну что, на самом деле, друзья, совершенно несложно. Даже я со своей такой совершенно небольшой комплекцией вполне удерживаю эту пилу. И я хочу сказать, что вот, друзья, если у вас есть в вашем саду туи, а кого нет туи, туи есть у всех. Если у вас есть какие-то кустарники, из которых вы формируете живую изгородь, или которые хотя бы вы как-то обстригаете, да, поддерживаете в необходимой форме, вам такой агрегат, вам такой кусторез просто супер необходим. Потому что без него не сформируешь, друзья, ничего. Вот нашей этой туи очень много лет. Ей, наверное, более 10 лет. И на самом деле все это время я пыталась ее, конечно же, друзья, подстригать. Делала это ножницами, что отнимало у меня огромное количество времени. Я всегда вставала, мне это было неудобно. А здесь буквально взял, я не знаю, за 5 минут и привел туи в порядок. Классно! Паш, ну здорово ты ее обчикал, а главное быстро, да? На самом деле, друзья, вы знаете, еще раз говорю, да, если в вашем саду есть хвойные деревья, любые пирамидальные формы, да, туи, либо, может быть, шаровидные туи, как вот это сейчас Rain Gold, ее сорт Rain Gold. Друзья, запомните, что их обязательно надо вот таким образом подстригать. Если, конечно, у вас, может быть, нет такого классного, хорошего инструмента, друзья, хотя бы ножницами, хотя бы секатором, как угодно, обязательно прищипывайте на первых порах. Потому что чем больше мы подстригаем наше хвойное дерево, в частности, тую, тем у нее плотнее растет крона. И впоследствии
Латвии такие, да, деревья хвойные, в частности, вот шаровидные формы, да и пирамидальные тоже, они у нас, например, меньше подвержены разваливанию снега в зимний период. То есть вот эта вот плотная крона их защищает от разваливания даже зимой. Поэтому, друзья, обязательно следите за вашими хвойными деревьями, за вашими кустарниками, и пусть ваш сад будет всегда красивым. А мы продолжаем убираться в саду, окашивать неокошенную часть сада, и я надеюсь, обязательно сегодня наведем окончательную чистоту и красоту также и в беседке. Паша, ты делаешь фонарики, я смотрю. Пытаюсь. Класс. Может быть, сегодня испытаем или завтра? Ну, сегодня испытаем по-любому. Один-то я уже испытал. Горит? Конечно. Класс. А теперь вот делаю. Класс. Thank you.
обожаю вешать шторы. Это моя любимая работа. Здесь твое место. Ты будешь стоять здесь. Пойдем посидим. Марк, нельзя. Ну что ж, друзья, наконец-то мы с вами пьем чай в этой новой беседке. На самом деле, друзья, мы, конечно, здесь уже пьем чай давно. И я уже немножечко даже смеюсь. Я каждый день говорю: так, надо сделать вывеску. Ресторан «Ромашка» или кафе «Ромашка». Потому что, друзья, в этом месте собирается буквально вся наша семья. Подходит сын. Подходят наши родители, да, все садятся, все пьют чай, друзья, и, в общем, вот это вот заведение работает, можно сказать, круглые сутки, да, и только поздно вечером отсюда все расходятся. Вечером мы красиво зажигаем здесь огонечки, которые Паш нам сделал, и наслаждаемся вот такой красотой, тишиной, и сейчас попьем с вами чай, да, в таком месте. Мне наконец-то все нравится, вот повесили уже шторки, правда, мне не очень, друзья, хорошо удалось их отгладить, я почему-то думала, что мой утюжок, да, который отпариватель, он будет лучше отпаривать шторы, но как-то у меня не очень получилось. Но знаете, друзья, меня Паша успокоил, он говорит: ты не переживай, буквально один дождь, они намокнут, отвисятся, и все будет хорошо. Вот, ну, что ж, друзья, будем надеяться, что так и будет, а пока пьем с вами чай.
Посмотрите, кстати, какой у нас классный поднос, какой у нас интересный сервиз. Друзья, и этот чайник, эти чашечки, и этот поднос мы привезли с Пашей из Вьетнама. Я даже не знаю, Паш, сколько лет назад. Мне кажется, лет 18 назад точно мы его привезли из Вьетнама. И все-таки у нас, я надеюсь, получилось, ну, в таком слегка восточном стиле терраса, да, беседка наша. И мне кажется, вот этот сервиз, он очень подходит и так неплохо смотрится. Чай у нас, друзья, зеленый. Кстати, Паш, я здесь рядом посадила мяту. Можно, кстати, мяту в чай добавлять. Еще обрати внимание, вот он очень легкий. Друзья, я сейчас несла этот поднос. Я думаю, боже, какой легкий сервиз. И чашечки, и чайничек, все легкое. И чайник очень удобный. Вот смотрите, вот так наливаешь, Паша. Мы давно им не пользовались. Раз, и все. И никаких лишних капель. Пробуем чай, друзья. Расскажем, как он в этом новом месте. Ну и немножечко я вам еще сейчас чуть-чуть расскажу, потому что были вопросы вот по обустройству нашей новой зоны, в частности, по обустройству отсыпки у цветников. Но сначала все-таки пробуем чай. Паша здесь проводил все вечера, делал электрику, протягивал какую-то проводку, какую-то бесконечную канализацию. Я думаю, друзья, что это уже никогда не закончится. Наконец-то Паша вот так тоже может посидеть, выпить чай. Кстати, Паш, все женщины с канала пишут, что ты у меня просто золото. Что как можно было сделать такую красоту? Я думаю, они не ошибаются. Наверное. Самородок. Вот. А чай вкусный. Ох, обалденное место. У нас, я сам доволен, правда, не представлял, что так все получится. Но... Ты вообще, Паш, не представлял, как получится? Да не представлял. Даже беседка не представлял, какая будет. В итоге вот, уже занавески висят. Обалдеть. Вот и сервиз. Дождался своего часа. Стоял, пылился в серванте. В серванте, да, это точно. Нет, ну мы какое-то время, знаешь, пользовались им. Ну, в принципе, так он... В общем-то, потом поставили его действительно в сервант, и так он у нас и стоял. Лет 10, наверное, точно стоял. Ну, лет 10, да, мы уже точно из него чай не пили. Вкусно. У нас на самом деле не хватает сейчас только одного, какой-нибудь вкусной выпечки. Но, друзья, мы что-то с Пашей так подустали, и на самом деле были очень заняты все эти дни, что на самом деле было не до выпечки. Но в ближайшее время, конечно, в одном из блогов, которые у нас еще будут на этом канале, лето только все-таки начинается, хотя сегодня, кстати, уже 21 число, летнее солнцестояние, но все-таки еще много впереди, я надеюсь, теплых летних дней, и мы, конечно же, с вами еще обязательно что-нибудь испечем и будем пить чай, да, в этом новом месте. Хотя, конечно же, друзья, мы совершенно не забываем свое чудесное место под березой в старой части сада. И, кстати говоря, буквально вот вчера мы тоже там всеми собирались. Ну что, друзья, я чуть-чуть пью чай и проведу вам небольшую экскурсию, расскажу, как мы собираемся за всем этим ухаживать, потому что вопросов много. Вопросов много по шторам в Яндекс.Дзен, потому что там, друзья, выходит видео намного быстрее, так же, как в Телеграм-канале. Я что-то публикую, и уже многие из вас спрашивают, как вы будете ухаживать за этими шторами, как вы будете ухаживать за отсыпкой у цветников. Это все очень красиво, но не практично. Так вот, друзья, сейчас немножечко вам обо всем этом расскажу. Сделаю только глоток чая. Кстати говоря, друзья, у нас, конечно же, здесь работает водопровод. Просто я не знаю, показывали мы это или нет. А у нас здесь стояла плита, и мы уже даже здесь с Пашей варили кофе. Но сегодня мы ее брали, потому что повесили шторы. И я хочу купить электрическую кофеварку, которую вы все мне, друзья, посоветовали. И, конечно же, это хорошее дело, что мы с Пашей и сделаем. Ну и, друзья, все-таки мы с Пашей приняли решение, что мы будем остеклять нашу вот эту вот беседку. И мы уже заказали такие классные алюминиевые
легкие конструкции оконные, будут окна в пол, и, конечно же, все это будет из закаленного стекла, для того, чтобы это было совершенно безопасно. Но, друзья, окна по нашему заказу будут делаться целый месяц, и поэтому целый месяц мы, конечно же, будем проводить время вот в такой открытой беседке. Ну и были вопросы, связанные с содержанием, да, вот таких отсыпок, потому что кто-то усомнился в практичности, да, вот таких отмосток, и написал, что да, все красиво, все здорово, но, во-первых, листья, осенью массово будут падать листья, да, с яблонь, с роз, отовсюду. Осень – это всегда очень много бардака в саду, и как вы планируете это все выгребать? Ну, смотрите, друзья, сейчас очень много специализированной техники и инструмента для сада. И, конечно же, есть уже специальные воздуходувы, кажется, так они называются. Они есть любой мощности, на любой кошелек, есть совершенно недорогие, которые стоят буквально 2-3 тысячи. Есть дорогие, да, у которых мощность больше, и которые просто собирают всю листву по саду. Я, кстати, не видела, а Паша мне говорил, что уже вообще-то все дворники пользуются такими воздуходовыми, уже никто вручную не метет. Поэтому, на самом деле, эта проблема совершенно очень легко решается при помощи воздуходува. Ну и были вопросы, что все-таки со временем, да, вот в эту гальку, в эти камушки будут насеиваться, будет, так сказать, попадать земля, и на землю сверху все-таки рано или поздно насеются сорняки. Как мы будем решать эту проблему? Ну и, друзья, я также не считаю эту проблему проблемой, поскольку у нас там бетон под щебенкой, и ничего не будет стоить, просто вот так вот аккуратненько, да, отодвинуть растения, заградить их каким-то картоном, да, либо еще чем-то, и просто пройтись и выборочно вот так побрызгать тем же самым торнадо от сорняков, ну, если вдруг они будут прорастать. Более того, конечно же, корни они глубоко не пустят, там бетон, и, в общем-то, удалить это все, ну, не составит никаких проблем. Конечно, друзья, за всем надо ухаживать. Здесь никаких сомнений, все требует ухода, и без этого никак не обойтись. Ну, мне кажется, куда сложнее ухаживать за такими прекрасными розами, добиваться такого шикарного цветения. У меня уже, друзья, начинают распускаться розы, начинают цвести. Посмотрите, какая красотища. В ближайшем видео я, конечно же, вам сделаю обзор всех своих цветущих красивых роз. Это, кстати говоря, все мои достаточно молодые посадки. Они растут всего третье лето в моем саду. И посмотрите, какие классные большие кусты уже наросли. Как побеги, да, по земле упали у розы. Друзья, это чайно-гибридная роза Бельведер. И в мой сад она попала совершенно случайно. Просто говорю это по случаю. Это лишняя посылка, которая мне пришла по ошибке из питомника роз Долины Роз. Они просто по ошибке положили мне, если вы помните, одну посылочку. И это роза Бельведер. Друзья, я бы никогда такую розу не заказала. Я не знаю почему, я даже о ней не знала. Но вот она случайно попала в мой сад. И посмотрите, какая красавица. Какая ну, просто необычная роза. Кстати, она очень душистая. Очень классно пахнет. И очень многим нравится. Я знаю, мне, кстати, спрашивают они, как она растет. У нее немножко сложновато формируется куст. Первые два года она как-то больше стелится по земле, но вот сейчас я смотрю, уже она приобрела такую хорошую форму. Побеги окрепли и, в общем-то, смотрят вверх. Я надеюсь, в этом году будет уже цветение куда лучше, чем в позапрошлом и чем в прошлом году. Ну что ж, друзья, вот такое видео у нас сегодня получилось. Я очень надеюсь, что оно вам понравилось, было для вас интересно, полезно, да, в чем-то актуально. Я очень надеюсь, друзья, что вам понравилась наша новая зона. Она, конечно, еще совершенно молодая, и буквально 3 года назад здесь практически еще ничего не было. 3 года назад мы только раскапывали вот здесь землю, завозили, и я высаживала какие-то растения. В прошлом году появился вот такой ручей, который, кстати, у меня тоже еще не доделан, да, но несмотря на то, что он даже не доделан, мне кажется, он уже смотрится довольно неплохо. Разрослись кое-какие растения, которые мы с Буяном, с нашим дорогим Буянчиком высаживали в прошлом году. И, друзья, конечно, по мере того, как будет существовать эта зона, по мере того, как мы будем здесь пить чай, да, конечно, мы будем приносить сюда какие-то изменения, будут разрастаться растения, возможно, я буду подсаживать что-то еще. И, кстати говоря, друзья,
Все это я, конечно же, снимаю всегда на видео, показываю вам. И еще раз приглашаю вас всех в наш Яндекс.Дзен канал, в Телеграм-канал, где видео выходит гораздо быстрее и где я все рассказываю буквально в режиме реального времени. Ну и на этом мы с вами прощаемся. Желаю вам всем хорошего настроения, друзья, и чтобы ваши мечты сбывались так же, как мои. Всем пока, дорогие друзья!